Привет! На период новогодних праздников все школьные скелеты в кабинетах биологии начинают подрабатывать Дедами Морозами. Причем их мнение по данному вопросу никто не спрашивает. Если в какой-то школе не оказалось костюма Деда Мороза, то скелет вынужден превратиться в Снегурочку. Ну а что поделать, на праздники и не такое случается. Анатолию досталась денежка какого-то смешного размера. В комментариях предположили, что ее просто постирали при неправильной температуре, поэтому она немного села. Зимой наступает удивительный момент, когда любая пирамида автоматически начинает восприниматься как елка. Сделали горку из игрушек, все, значит, это елка. А фактория всегда приветствует любой креатив. Жаль, что после декабря не май. Вот уж действительно не поспоришь. Было бы неплохо сразу после новогодних каникул переключиться на майские праздники. Все-таки Новый год странно действует на людей. Даже учителя не могут сопротивляться его магии и начинают ставить вместо нормальных оценок семерки в дневник. Что потом делать с этой оценкой и как ее объяснять родителям, остается загадкой. Вы замечали, что на полках магазина можно найти не только привычный чокопай, но фреш-пай? Видимо, он так называется, потому что его освободили от шоколадной глазури. Если тоже заметите что-нибудь интересное, то не забывайте присылать свои фото по ссылкам в описании под видео. Вы представляете, как обидно людям, создающим всякие новогодние украшения? Вот сделали они очки в 2019 году, а их никто не купил. И что теперь, их просто выбросить, что ли? Нет, конечно, нужно попробовать и все-таки продать. Вдруг найдется кто-то, кто потерялся во времени. Класс Жанны решил отомстить учителю за все годы мучений, но метод они для этого выбрали какой-то странный. Зачем нужно строить баррикады из парт и стульев внутри класса? Вы же понимаете, что вы оттуда не сможете выйти, пока не разберете эти завалы. Очень необычный торт, чтобы отметить собственный 14-й день рождения. Вы когда-нибудь пробовали съесть свой паспорт? Ну, только если вы не укупник. Вот, а Софья попробовала, говорит, был вкусный. Учителю можно подарить разные вещи, но класс Романа подарил игровое кресло. Осталось скинуться и подарить игровой комп, чтобы уроки заиграли новыми красками. Удалось запечатлеть редчайший момент проникновения Деда Мороза в квартиру для доставки подарков. Ну а что поделать? Не через вентиляцию уже ему лезть в самом деле. Здорово, я сосиска. Ну здравствуй, что ли. В каком бреду маркетологу пришло в голову, что кто-то захочет здороваться с продуктами в магазине? Вообще, разговаривать с неодушевленными предметами – это плохой симптом. А в этом магазине очень продуманно установлены торговые автоматы и мусорные ведра. Действительно, пускай жвачка сразу падает в мусорку, минуя покупателя. Это ведь удобно. Павел встретил... Кто-нибудь знает, что это за зверь? Кот? Белка? Медвежонок? В общем, Павел встретил какую-то фантастическую тварь, созданную неизвестным автором. Это, конечно, прикольно, когда торговые центры украшают перед Хэллоуином. Но к январю месяцу пора бы украшения уже и убрать. Хотя некоторые считают, что их специально оставили, чтобы грабителей ночью отпугивать. Наряжать на Новый год елку – это банально и скучно. Не стесняйтесь включать фантазию. Например, можно нарядить велосипед. Ну а почему нет? Заодно будете дарить праздничное настроение всем, кто вас увидит. Каждый отмечает Новый год по-своему. Кто-то дома с семьей и салатами, а вот Иван предпочитает гулять по городу в костюме динозавра. Никто и не сомневался, что среди подписчиков фактории полно оригинальных личностей. Гидрогелевые почти для глаз? Ну, почти. Чутка не для глаз, но там уж как попадете. Если все-таки налепите на глаз, то вас, если что, предупреждали, что вообще-то они не для них. Если в комнате нет места для полноценной елки, это еще не повод от нее отказываться. Всегда можно сделать призрак елки из гирлянды. Сало красоты. Ну что ж, попробуйте доказать, что сало некрасивое. А вообще, такая вывеска привлекает гораздо больше внимания людей, чем стандартный вариант. Так что рекомендую ничего не ремонтировать.
Ну и времена пошли. Даже Снегурочка вынуждена найти себе подработку и теперь водит трамвай. Ну а что, уж явно не хуже, чем ездить на санях. Прогресс как-никак. Любите всякие скороговорки, чтобы тренировать дикцию? Фу, ерунда все это. Если хотите настоящие тренировки, зайдите в аптеку и попробуйте прочитать название каких-нибудь лекарств. Я вот это вот произнести не возьмусь. Каждый день природа устраивает человечеству целых два шикарных представления в виде рассвета и заката. Но почему-то люди забывают их оценить. А вот Эмилия обратила внимание на такую красоту и поделилась ею с нами. Каждый магазин готовился к празднованию Нового года по-своему, но у некоторых подготовка явно пошла не по плану, иначе вряд ли бы они выбрали своим талисманом Гринча. Все-таки при использовании манекенов магазинчикам было бы не лишне смотреть на них со стороны. Они и правда думают, что вот такое странное существо в очках может привлечь к ним покупателей. Ха, наивные. Ваши фото тоже могут оказаться в наших выпусках. Главное, найдите что-нибудь интересное, сфотографируйте и пришлите по ссылкам в описании. Даже храбрым людям становится не по себе, когда с неба ухмыляется такая зловещая луна, скрытая за облаками. Вот вроде и красивая, а почему-то неуютненько. Продолжаем знакомиться со снеговиками наших подписчиков. Итак, сегодня Матвей решил нас познакомить со снеговиком Васей, которому жестокая жизнь послала консервную банку вместо шапочки. Хотите, чтобы у вас на окне тоже появилось красивое ледяное сердечко? Да легко! Нужно всего лишь оставить на окне на пару часов подушку, когда на улице минус 40. Это прекрасно, когда учителя в школах пытаются добавить праздничное настроение даже историческим персонажам. Класс истории перестает казаться такой уж мертвой наукой. Разница между этими фотографиями всего несколько часов, но на них наглядно видно, как город может меняться благодаря разному освещению. Жаль, что у автора этих фотографий не было возможности сделать третий снимок ночью, тогда бы картина была полной. Даже логично делать штрих-код на бутылке с водой в форме капли. И вообще, так можно делать на всех продуктах. Чего они везде эти скучные прямоугольники из полосочек рисуют? Надо больше фантазии. Ого, какой-то художник явно психанул и в честь Нового года закрасил автобус. Нет, конечно, красиво получилось, но все-таки окна было бы не лишним оставить незакрашенными. Наверное, неудобно ехать и не понимать, когда же будет твоя остановка. Василиса случайно выяснила, что ее преподаватель в художественной школе – перфекционист. Как она об этом узнала? Да, в общем-то, легко, просто увидела, как он расставляет предметы на полках. Кажется, этот Дедушка Мороз слегка переработал. По крайней мере, видок у него такой, будто он растает прямо сейчас, насмерть перепугав всех ребятишек поблизости. Такой рыбы не бывает. Ну да, к сожалению, не бывает. А было бы неплохо, если бы существовала рыба, сразу порезанная на кусочки. Причем, чтобы в одной рыбине сочетались вкусы разных видов. Вот вечно спрашивают, кем хочешь стать, когда вырастешь? Вы думали, с этим так просто определиться? Вон, даже носки не могут определиться, какой фирмы они хотят быть, Nike или Adidas. Даже трансформаторную будку можно превратить во что-нибудь интересное, если позволить художникам нарисовать на ней сумасшедших ученых, которые ищут формулу вечной жизни. Кто-то скажет, что эта семья выглядит странно, но мне так не кажется. Наоборот, это же здорово, когда люди не боятся быть цветными и яркими, особенно среди холодной зимы. Ибрагим успел сфотографировать очень серьезное облако, которое пристально приглядывает за всем, что происходит на Земле. И что-то вид у него какой-то серьезный. Вы когда-нибудь задумывались, куда деваются детские рисунки из детских садов? Вот теперь вы знаете ответ. Ими украшают маршрутки перед Новым годом. Ну, а что поделать? Номер ведь есть? Есть. И не важно, что он прицеплен по диагонали. Не надо придираться к таким мелочам. Лучше выбрать следующее видео для просмотра и провести вечер в компании канала Фактория. Спасибо за лайки и комментарии.